первой поликлинике Мурманска произошло возгорание. По словам сотрудников МЧС, горела только обшивка внутри задымления. Сначала эвакуировали пациентов, а потом и сотрудников. Сообщение о дыме из-под недавно отремонтированного фасада детской поликлиники на Папанина поступило на пульт МЧС в 13:21. Выехав на место возгорания, сотрудники установили, горит утепляющий материал, и сразу приступили к тушению. В данный момент пожар у нас локализован, ликвидирован. Работало 4 основных отделения и 23 человеческого состава. Сейчас задымления уже нету, все проветривается, окна открыты. Пациентов было мало в это время, потому что был промежуток. Первая смена закончила уже прием 12 часов до 12, а вторая начинается с 15. Поэтому пациентов было не так много. Вот так что оперативно сработали, всех эвакуировали и сами все эвакуировались. Пострадавших в ходе пожара нет, а причины происшествия выясняются. Данил Скуратов, Александр Грачев, ТВ-21+.